Всем привет! Очередной обзор покупок с Алиэкспресс. Хочу... В прошлый раз мы показывали, пришли к нам провода для подключения светодиодной ленты. В этот раз нам должны были прийти светодиодные ленты и блока питания 2 должно быть. Сейчас посмотрим. Да, все есть. Вот такие вот, такие легкие. Два блока питания. Вот таких два близнеца. Made in China, ну, нормально выглядит. Не какая-то там совсем прям подделка. Ну, так, цивильно. Нормально, хорошие блоки питания. Мне нравится. Не знаю, как они там, рабочие, нерабочие. Вот такие для монтажа светодиодные ленты. Вот такие вот штучки. Куда будет подключаться все это дело. И вот такая вот светлая. Светлая лента. Метров, наверное, 5 должно быть. Каждую или сколько тут? Да, 5 метров. Посмотрим. Два блока питания. Две ленты. До этого заказывали еще светодиодные ленты. Не знаю, солить, наверное, будем светодиодные ленты. Ой! Что-то совсем мало, 5 метров кажется. Мы. Так, это, наверное, белый свет, да? Желтым отлево. Вот, потому что вот тут вот желтенькие вот эти вот штучечки, они иногда. По ним видно, что это будет теплый свет. Вот такие светодиодные ленты, которые вместе с блоками питания заказывались. Вот такие вот они в катушечке. Вот такие вот они с проводочками. Ну, я думаю, что здесь есть 5 метров. Сейчас померю и вернусь.